Российский продюсер Сергей Данилян на своей странице Facebook ответил на вопрос, почему армяне находятся в плену своих эгоистичных и безумных интересов, а азербайджанцы всегда более широкие, открытые и добрые. Много читаю на ленте постов, где армяне бьются в истерике и ничего не понимают из того, что произошло. Мне, честно говоря, наплевать. Нации предстоит выздоравливание, если оно возможно. Но вот вам пример. Я последний раз был в Ереване в детстве, в 1971 году. Смотрите, праздничный день. По проспекту Ленина в Ереване идет огромная толпа, людское море. А сколько там армян? Ответ – 99,9%. А вот другая картина. Тоже 1971 год. По Бакинскому бульвару идет праздничная толпа. И кто там в толпе? Азербайджанцы? Да, но и армяне, грузины, талыши, осетины, евреи, русские, таты, горские евреи, аварцы. Я устал перечислять. И это не все. Друзья, я ответил на вопрос из интернета. Думаю, что да. И в этом различие. У азербайджанцев с советских времен осталось это интернациональное отношение к другим. И я уверен, что так будет всегда. Это и есть Азербайджан.